Сорт томата «Тысяча цветов». Этот сорт из Канады, среднеспелый, высота куста до 1,5 метров. Вес одного плода от 5 грамм. Форма круглая, желтого цвета. Этот сорт можно выращивать на балконах и лоджиях. У этого сорта сложная кисть, которая образует до 150 штук томатов в кисти. Это черри. Вкус у них сладкий, срок созревания около 80 дней. Формировать куст лучше в 1-2 стебля. Подходит как для цельноплодного консервирования, употребление в свежем виде вместо конфеток. Вкус очень сладкий. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.